проверяю быстрое включение. В общем, я нажал на кнопку и сразу заработал. Офигеть. Настя, как у тебя настроение? Отличник. Да? 6 километров, 3 круга. Ага. И все. И все. Отлично. По грязи, да? Ну нет, кстати, на фотках же нормально, все сухенько. Я надеюсь. Ну там, да, как не, будто бы особо не развезло, но я думаю, что там будет все равно скользко, потому что мы все-таки бежим последними. Поэтому там стопудово будет что-то, ну, такое. Да. Не знаю. Но в целом, я думаю, что нормально все будет. Угу. Тем более там по лесу осеннему все равно красиво будет. Главное, относительно нормально пробежать, не очень медленно. Да. Хотелось бы. Вот наша обувь на сегодня. Особенно носки жалко, конечно. Я не хочу их. Я думаю, нормально будет. Как потом их потом не отстирать. В общем, бегуны бегут, говорят, что у них это, говорят, что тропа сухая, и они прям бегут, у них ноги все чистые, в общем, кросс, не кросс, в общем, получился очень чистенький кросс. Я прям смотрю, реально, ну, то есть, прям вообще они все чистые. Я даже думаю, что, наверное, нет смысла эти, гамаши одевать, мне кажется, да? Да нет. Наверное, нет смысла. Да. Можно, конечно, скинуть потом. Вот, в общем, хороший забег визуально. Такой скоростной получается, потому что очень сухо. Мне кажется... Эти люди бегут. Офигеть. Ну, слушай, ботинки чистые у них, офигеть. Чё там, сухо, да? Сухо. Офигеть. Как жаль. Как будто бы некоторые, кстати, на шиповках даже бегут. Где такие купить? На Алике есть. А так можно из по Европе заказывать. Что-то даже идет. Заболел, наверное. Наверное, да. Просто так люди не любят. Ну да. Так, я понимаю, начинаю со солнечных очков, тут не хватает. Да, очки нужны. Слушай, какой-то плотный даже грунт. Трава прям плотная, она будет царапать. Нет, там грунт. Ничего там не будет царапать. Но бегут классно. Да. Ну тут в лесу, конечно, огонь. А меня сфоткаешь? Хорошо бегут. На фоне бегунов? Да. Можешь сфоткать, как я смотрю на них. Да. Ухо. Очень красиво тут, конечно. И по эстафетному бегу много интересных форматов там покатило. Это был Жуковский. Сегодня вижу девушек на 6 километров. Ну это вот все, наши кластер прям огромный. Смотрите, как много людей. 4, 3, 2, 1. Вот Настя побежала Настя. Все убежали, пойдем теперь смотреть. Погнали. Это у тебя... Откуда такая штука? Это мне дали. А? Дали. А? Говорит, болеть будешь? Я говорю, буду. А, болеть. Понятно. А? Чего? Не, я пойду фоткать на этом круге там. Смотрите, со старта 7 минут прошло, и уже вот достаточно много мимо меня людей пробежали. Ну, то есть там вот уже за поворотом второй круг у них будет идти, офигеть. То есть они прям быстро бегут. Смотрите, какие быстрые бегуни. В общем, надеюсь, Настю скоро увидеть. Ну, 7 минут прошло, то есть это 2 километра. Я ожидаю ее увидеть где-то минуты через 2, через 3, может быть. Пропустил Настю, представляете себе, офигеть, какая она быстрая. Так, время 12:50, то есть у тебя первый круг, прикинь, меньше, чем за 10 минут почти. Давай, какая ты молодец.
еще Настя, то мне потом еще свой забег бежать. Смотрите, Настя подбегает. Настя, давай, 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 давай. Привет. Давай, давай, Настя. Посмотреть промежуточные отсечки. Так, в общем, Настя должна уже вот-вот финишировать. Где-то в течение минуты я ее буду видеть, по идее. Так. А вон и Настя бежит. Так, сейчас почувствуйте надо поддержку от системы быстрых платежей на любой дистанции. Система быстрых платежей. Официальный партнер бегового сообщества. Настя, давай, 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 Настя, давай. Регистрироваться на старты этого сезона со скидкой. Давай, для давай, тех, давай, кто давай оплатит участие через СБП, стоимость регистрации снизится на 10%. Увидимся на следующих забегах. Вот Настя, Настя, идем, Настя. Надя, Настя, как тебе забег? Я думала, я умру. Да? Как у тебя время? 36 минут. Сколько, сколько? 36 минут, 36 секунд. Молодец какая. У тебя, наверное, ЛР на пятерке, да? 5 было где-то по часам 29, а по кроссу там не добегала я в пятерку. То есть ты еще поставил рекорд на пятерке на кроссе, да? Нет, у меня там было 29 секунд, 50 что-то там. А, молодец. Что, болит что-то, нет? У меня пульс просто, я не знаю, я в последний круг я вообще ничего не видел, вот так вот просто. Сплошной туман, и то, что я не пила воды долго. Я начала вспоминать, что про загущение крови. Думаю, наверное, мне сейчас чем-нибудь закупорится, я умру в этом лесу. А как у тебя ноги, Настя? Ноги нормально. И как тебе ботинки, как тебе вообще тропа, трасса? Тропа хорошая, но я... Короче, я думала, что типа 6 километров, это легко. Нет, что-то как-то нет. И у меня в одном моменте вот здесь огнем прожгло косточку. Где именно? Ну, костяшки эти. А-а-а. Да. Ну, короче, классный маршрут, но поскольку я бежала по возможности быстро, мне было прям первый круг ничего. Ну, нет, к концу второго было тяжеловато, второй тяжеловато, третий, ну, прям вот вообще ничего не понимала уже. Понятно. Я как бы давно. Тебе, в общем, понравилось, да? Да. Хорошо. Не, мне понравилось. Я думала, что... Ой, ты потеряла медаль. Давай, главное, не теряй медальку. Я сейчас рассудок тут потеряю, скорее всего. Покажи медальку, кстати. Классно. Вне фокуса, ну да. Что-то я еще... Я когда бежала, ну понятно, что я медленно бегаю и все такое. Ты быстро бегаешь. Но когда я в конце бежала, я думаю, что-то мне тяжело. Потом думаю, ну Кипчоги, наверное, тоже непросто. Ну, такое сравнение, знаешь, что там было. Обгоняла людей? Ну, вначале, да, а вот на втором круге я старалась местами, потому что было плохо уже. Но я понимала, что если я дальше... У меня первый круг начался с 4 с чем-то. И то есть, ну, 5.50. Но у меня средний темп 5.59. На 6 километров. В общем, ты довольна своим результатом? Да, да. Я не медлила, я старалась. Я себя преодолевала, так что я довольна. Мне просто плохо, но я рада, мне понравилось. Понятно. Смотрите, солнышко выглянуло, представляете себе? Вообще, то есть тут теперь еще и солнечно. В общем, прям вообще лето-лето. Чего там? А, тебе выдали воду? Я ее всю выжрала. А, молодец. Я так сильно хотела пить. Понятно.
Ну, в общем, скоро буду я бежать, надо собираться. Насчет маршрута? Да. Там нормально бежится, но есть ямки, которые закрыты травой. И немножко волнистые, то есть аккуратно ноги ставить, чтобы не подворачивать. Понятно, я тебя понял. Я хорошо. Второй место просто подвернула чуть-чуть. Не окей, сильно. Хорошо. Буду знать. Класс. Запутался в волосах. Так, ну а теперь 700-ая волна. Опускаем волна. Руки вниз и на счет 3 из первых рядов до последнего спускаем волну. Буквально секунду дадим настроиться. Итак, вот такая толпа руки тут. Вниз и на счет 3 вверх. Раз, два, три, пошла волна. Давайте еще, но теперь можно чуть пониже. Бог должен развязаться. На счет три. Раз, два, три, пошла волна. Что-то из наших беговых джунглей прозвучало. Одна минута до старта. Просто вам более знакомо. Ну что ж, навострите свои уши, настройте камеры мобильных телефонов. Нас ждет большой, широкий старт. Так, ну, вроде угол должен быть нормальным. Один из самых массовых стартов сегодня. Если положительный, в индивидуальном зачете. 8 километров, самая протяженная гонка. Самая жесткая, самая требовательная. Там не было? Мы по традиции вместе с боечками дадим обратный 10-минутный отсчет. А сколько мне бежать надо? С какой темпом? Остаетесь 15 секунд до старта. И вместе осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот это темп. Я так, если буду бежать, интересно, насколько меня хватит.
Я слишком быстро начал.
Яичек, перевод! Главное не бежать, не мешать бежать или идти. Блин. Сейчас прям перенапрягся вначале.
ног вообще нету. Жесть какая. Фу, совсем нет сил бежать. Мне кажется, ты быстрее меня, ты быстрее меня бежал, Настя. Класс, еще бок заболел. Мощь, я вижу в ваших глазах адреналин. Совсем беда. Thank you.
Давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Thank you.
Погодка, конечно, хорошая сегодня. Да. Давай. Давай, Олег, очень хорошо бежишь, быстро бежишь, хорошо, давай, немножко осталось. Я передавливаюсь, я просто расстегнусь. Вот так вот и просто подниму штаны. Вот так. И вот так делаю.
Мне, по-моему, резинка еще от штанов от этих, от шорт передавливала. Что-то уронил, Женя? Что-то выпало? Ну, что-то моргнуло, да. Блядь, что-то выпало. Датчик выпал, блин. Понятно. Из-за того, что я штаны развязал, они начали сползать, и датчик начал вывариваться. Нехорошо.
Да. Это был датчик этих беговых метрик. Новые пороговые значения, смотрите. Не знаю, видно, 177 ударов в минуту, 4.37, 410. Но они как будто упали у меня. Я их не буду применять. Привет. Тимаш, как ты? Я не знаю, очень плохо прибежал. Надо ходить надо. Сейчас посмотрю. Я еще по пути потерял датчик беговых метрик, и я за ним возвращался. 47 минут. Олег, это хороший, нормальный результат. Я около 6 бежал, даже медленнее 6. Олег, это все равно хорошо. Красавчик. Да я что-то мне сил вообще не было бежать. Я первый круг, короче, втопил. Потом я понял, что я такой, типа, блин, что-то сил вообще нихера нету. Бежал, короче, три круга, ну, два круга вообще так уже, как говно бежал. Я видел, что да. Насилие. Да, уже такой, типа, ну нахер. Да, а в конце, типа, я потерял датчик беговых метрик, там я его нашел, начал догонять тех, от кого я отстал, я их обогнал на финише. В конце нормально все это. В конце, да. Не зря я бежал. Я ориентировалась по определенным парням, которые бежали перед тобой, там не было особого разрыва. У меня был ориентир один яркий пацан. Я знаю, что если он бежит, значит, у меня записано, меня прям обогнало дофига людей. Олег, нормально приезжал? Что-то снималось вообще? А мы готовы начать сегодня. Я облился. Начнем с возрастной группы 20. Как там у нас батарейка? Ты бежал кросс. Подержи чуть-чуть. Ты же не 8 минут и километр. Да. Короче, я еще облился. В общем... Награждается Павел Виханошин. 20 минут 50 секунд. Что-то тяжело шло. Ноги, кстати, не болят, немного было странное ощущение в икре влево, но потом прошло. А так, в общем-то, все окей. 26.57, отличное выступление. Подустал как-то. Не знаю, я вначале просто встал там третьим рядом. Втопил, видела, да, Настя? Я вначале что-то бежал около 4 минут на километр. И я в итоге где-то по кругу так пробежал, понял, что у меня пульс под 70+. И что-то мне как-то уже стало чуть так тяжело, еще это, не знаю, постоянно под ноги смотреть, там вот эти вот колдобинности. Ну есть такое, ну как бы это же кросс, это да. Природные местности, верхние, какой. Мы с тобой, короче, пробежали примерно за одно время, кстати, плюс-минус. Смотри, когда ты заканчивал третий круг, это все равно быстрее меня было, так что не надо. Чуть-чуть. Вообще чуть-чуть разница. Олег, нормально. Не знаю, я как-то расстроился. Мне как-то не вышло, короче, то, что я хотел сделать, но
надо было вначале, может быть. Еще, знаешь, была такая штука. Я когда тебя снимал, я туда-сюда бегал, короче, еще. Ну что ж, поздравляем еще раз. И у меня было такое чувство, что... Ну мы как-то приехали, я тут типа час стоял. Все такое, то есть это 2 часа почти с того, как мы приехали. И у меня было ощущение, как будто бы ты вот финишировал, как будто бы я тоже, короче, финишировал. Да, потому что ты уже смотрел, ты как бы участвовал в этом. Было, в общем, ощущение, как будто бы я уже пробежал, поэтому я как будто бы у меня даже этого, у меня даже на старте не было мандража вот этого, когда у тебя пульс растет. Я как будто бы тупо стою такой, ну начали бежать. Нам отличный результат, парень, отличный бег, очень красиво, конкурентно остро. А? Он говорит, что ты можешь тебе побыстрее. Нет, мне вообще все равно. 26 минут, 10 секунд. Ну, короче, я как-то лайтово пробежал. Ты хорошо пробежал, спокойно. Задавал темпы. Это трейл, как бы. Ты тут не можешь бежать 4 минут на километр. Ты нормально, смотри, что еще пару кадров, и можно стать вместе. Олег, ты хорошо пробежал. Там некоторые пешком шли. Ну, это да. Ну, зато у меня в этот раз вот не... Правая нога все отлично. Ахилл, никаких проблем с ним сейчас нету. По коленям все окей. Ну, конечно, это вот... Ну, то, что я такой не бегал, видимо, еще влияет. Потому что тот же крылатский трейл, мне показалось, что на крылатском трейле тропы ровнее намного. Там ровнее, потому что там либо прямая, либо вниз, а здесь... Тут очень много поворотов, кочек, и вот эти повороты, это непривычная фигня. Ну, повороты, понятно, входят в форму, а вот то, что вот кочки... Мне кажется, я на солнце горю. В составе. Там именно момент, если ты отгоняешь, ты, получается, выходишь на траву, и это неудобно, потому что начинаются кочки, трава царапает. А хочется бежать по вот этой тропиночке, которая уже выдвинута. Но в целом, я считаю, что ты хорошо пробежал. Ну, зря ты... зато у меня ничего не болит, я не сошел. У меня вот были мысли вообще в какой-то момент послать этот снайкер и пойти пешком. У меня тоже. У меня уже после первого круга, на самом деле, были такие мысли, хотя пусть особо не был высоким, но, в общем... Не, я фактически умирала, у меня все нормально. Ты молодец, ты прям выложилась, я не смог... У меня проблема, что я не смог выложиться, понимаешь, вот это я вот проблема. Я тоже не выложилась, я могла рисковать, я могла где-то обгонять, но я понимала, что мне все, я вот еще немного, и свидание у меня с небесными силами очень приблизится. Ну, ладно. Ладно, в общем, давайте, я, может, как-то смонтирую потом. В общем, всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал. Надеюсь, будет еще больше видео, скоро будет крылатский трейл. Краткий трейл тоже смонтирую, посмотрим, как будет лучше на эту камеру с DJI Mic или, например, на GoPro. Но на этой картинке, мне кажется, HDR HLG 10B должна быть лучше. В общем, всем пока, ставьте лайки.